Проблема решена, но вопросы остались. Жители Бийской многоэтажки, которые, можно сказать, воевали с квартиросъемщиками, с начала января добились своего. Буквально на следующий день после выхода в эфир видеосюжета наших бийских коллег о частном хосписе, расположенном на первом этаже пятиэтажки, учреждение прекратило свою работу. Хозяйка хосписа, который жители дома считали нелегальным, еще во время съемки сюжета пообещала корреспондентам, что квартиру освободят. И это случилось. Вещи и кровати вынесли настолько оперативно, что даже жители были удивлены. Правда, у наших бийских коллег остались вопросы. Например, неизвестно, куда именно съехал хоспис. Скорее всего, людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, перевезли в частный дом. По крайней мере, хозяйка учреждения ранее планировала сделать именно это. А вот насколько легален хоспис, ответ на этот вопрос так и остался открытым.